Что не вставали на колено? Что встали. В смысле, болельщики? Да. Освистали эту команду. Так что в Венгрии еще есть белые люди. Это америкашки пустили на что? Вообще, кто это призвал, как прийти? Все началось с убийства этого негра. Они там убивали, смерти. Убивали, и вдруг этого они решили прямо, я не знаю как, герой национальный сделал. По итогу полицейский вообще не виноват. Он выполнял свою работу. Это во-первых. Во-вторых, тот действительно преступник. Преступник и наркоман. Вот. И, естественно, ему стало плохо. Что сделать? Чернозадые сделали, и придурки белые, которые вот преклоняют колено. Дебилы полные. Это тот же расизм, только в отношении к белым.